Лучшая российская команда Team Spirit по игре Dota стала чемпионом международного турнира Riyadh Masters 2023 и выиграла 5 миллионов долларов. Турнир проходил в городе Эр-Рияде, Саудовской Аравии. В финале россияне обыграли ребят из команды Team Liquid со счетом 3-1. Последние являются финалистами прошедших мейджоров сезона. В составе российской команды победители Team Spirit входят дагестанец Магомед Халилов, Денис Сигитов, Ярослав Найденов, а также два украинца Илья Малярчук и Мирослав Колпаков. Турнир Riyadh Masters – коммерческие соревнования, где общий призовой фонд составил 15 миллионов долларов. Это превысило сумму турниров текущего сезона, которую проводила компания Valve. Отметим, что российская команда ранее квалифицировалась на чемпионате мира по Dota 2 The International 12. Он пройдет в октябре текущего года в Сиэтле. Два года назад Team Spirit уже выигрывала главный турнир в данной дисциплине, который стал для команды дебютом. Тогда ребята завоевали рекордные 18 миллионов долларов.